Миссис Робинсон, я доктор Хенли. Здравствуйте. Кого же вы хотите нам показать? Моего брата. Ларри. Готов войти в игру, тренер. Дайте мне шанс. Я знаю, как важен этот матч. Главное настроиться на победу. Я никогда не должен терять присутствие духа. Сейчас я покажу комбинацию «Крючок». Посмотрим еще раз. Отмотай назад. Ваш брат не первый профессиональный футболист, который к нам попал. Неужели? Да, мы умеем снимать стресс, который переживают большие спортсмены. Я открыт, открыт! Я открыт! Нужно сделать кое-какие анализы. Я думаю, мы возьмем вашего брата. Сюда! 3-5-1! 3-5-1! Пират, сидеть! Давай, давай! Он никак не может забыть о каком-то матче. И давно он страдает душевной болезнью? Сколько я его помню. А здесь мы проводим терапию. Во дворе пациенты мастерят и занимаются искусством. А это наша кладовая. Дальше по коридору есть еще одна. Перерыв! В ближайшие 20 минут он будет совершенно спокоен. Тогда давайте я покажу вам палаты. Прекрасно.